Всем привет! Если ты включил этот ролик, значит тебе явно интересно, что же будет со всеми любимой Нивой. А ведь новости и правда есть. Какой же станет Нива в ближайшие годы? Такой? Такой? Или может быть такой? Давайте вместе разберемся со всеми слухами. С вами топ интересных фактов. Мы начинаем. Дизайнер из Тольятти Денис Понятов представил свою версию прототипа новой Лады 4х4. Самым значимым изменением в новой разработке будет увеличение колесной базы на 20 см по сравнению с текущей версией Нивы. Это позволит добавить простора в салон автомобиля, сохранив при этом его достаточно компактные размеры. Ширина базы также будет больше по сравнению с привычной всем старой Нивой. Также тольяттинский дизайнер представил свою версию дизайна Лада Нивы 4х4 «Калифорния». Для тех, кто не знал, напомним, что в конце 90-х годов АвтоВАЗ производил автомобиль под названием «Нива Калифорния» и отправлял его на экспорт. Отличительной особенностью этой модели был матерчатый выдвижной люк на крыше. В современном концепте дизайнера нечто подобное тоже присутствует. Но вместо обычного люка крыша имеет современный дизайн и поднимается автоматически, как на кабриолетах. Люк сделан из солнечных панелей, их можно приподнять в автоматическом режиме, тем самым сделав салон более высоким. Официальная информация от АвтоВАЗа о новом облике Лады 4х4 пока не поступала. Предполагается, что для автомобиля будет доступен двигатель ВАЗ-21179 объемом 1,8 литра, который сейчас устанавливается на Lada X-Ray, а вскоре будет доступен и на Lada Vesta. Пока неизвестно, выйдет ли именно эта модель в производство, но известно только одно. Руководство АвтоВАЗа сообщило, что новая Нива появится однозначно и порадует поклонников примерно в 2020 или 2021 году. Все напрямую будет зависеть от финансирования проекта. Ну а мы лишь можем догадываться, какой Нива предстанет перед нами в новом облике. На данный момент это все новости. Напишите в комментариях, что вы думаете о таком концепте. Ну и конечно же ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был топ интересных фактов. Пока-пока.